Всем привет, дорогие друзья! Hello, my friends! Битва больших капсул сюрпризов! Лол! Sparkly Critters, Pupsy Slime, Hard Dogons! Вот это да, друзья! Представляете, какое крутое видео на канале! Как вам, друзья? Обязательно подпишитесь, если не сделали это, на канал, ставьте пальчики вверх, колокольчик не забывайте, пишите комментарии, как вам сегодняшний выпуск. My friends, subscribe, please, Mikael, and like! Начинаем! Супер распаковку. Opening surprise. Друзья, давайте рассмотрим сегодняшние сюрпризы. Это новая капсула Unicorn Hairspray. Волосатая единорожка. Сюрприз. Так выглядит гигантская капсула. На ней написано, что он должен светиться и играть. Мы обязательно это проверим. Вторая капсула. Hair Dorbles. Вот такие кулки нарисованы. Большой хайр у них должен быть. Также должна капсула, наверное, светится, а может и нет. Да, светится написано. И серия 1. Посмотрим, что же там в итоге попадется. И еще один сюрпризик сегодняшнего выпуска. Вот такая Pupsy Sparkly Critters. Тоже очень должна быть прикольная там игрушка. Обязательно вместе с вами, друзья, проверим. Давайте же начнем с Hair Dorbles и посмотрим, тоже за кукла-гигант здесь попадется. Так, снимаем упаковку и посмотрим на капсулу. Ничего себе, вот это размер, друзья. Просто сверхгигантский размер. У капсулы, наверное, там будут очень крутые куколки. Итак, друзья, давайте же скорее ее откроем. Так, попробуем снять ручку. Ручка легко снимается. Никаких здесь насечек и перфораций нету. Написано Hair Dorbles и куколки. Начинаем открывать. Снимаем первый слой. И снимаем второй слой. Ой. Сверхгигантская двойная капсула перед нами. Давайте проверим отсеки. Возможно, какие-то сюрпризы будут. Так и перед нами. Один сюрпризик. И все. Больше сюрпризов нет, друзья. Так. И открываем основной отсек. Ничего себе, друзья. На пакете написано LQL Surprise. Ничего себе, как Hair Dorbles такое возможно. И аксессуары. Так, сейчас подвинем все, чтобы посмотреть на это. И здесь есть кнопочка, которая активизирует подсветку в капсуле. Так, подсветка есть. Потом в темноте покажу вам, как она светится. Закрываем отсеки. Укладываем капсулу. И смотрим, какие аксессуары положили нам кукле. Это вот такая расческа. Вот такие ушки. Собачки, наверное. И, друзья, зеркальце. Хоп. Также положили сумку. Такую вот синюю. Приступаем к пакетику. Что же там будет внутри? Да-д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 а
Для сравнения вам в конце покажу размер обычных куколок, чтобы вы могли понять этот размер. Смотрите, какие красивые у нее волосы, пряди. Похоже на оригинальную куклу очень. Мягкая голова, ручки двигаются, ножки тоже. Такое красивое у нее платье с бабочкой. И очень длинные-длинные волосы. По мне так очень классная кукла, достаточно для копии. Это, друзья, смотрите, у нее разноцветные глазки. Напишите в комментариях, похожа ли эта кукла на оригинальную. Такая у нее расческа есть. Можно ее расчесать. Ну, симпатичная кукла, ничего не скажешь. Но пора открывать ее друзей. Lottie Prize и Sparkly Critters. Давайте сначала Sparkly откроем. Хочется посмотреть, что будет в нем. Опс.
Битва гигантских капсул такая прям суперская у нас сегодня, друзья. Оп. Снимаем первый слой. И второй. Так, смотрим в верхнем отсеке, что-то есть тоже. Сумка, кстати, такая же. С чем она здесь в Спаркле? Нужна, непонятно. Так, капсула серебристая. Та была розовая. Так, достаем аксессуары. Так, открываем все. Так, это, по-моему, сама, наверное, игрушка. В Спаркле зеркало положили от LOL. Еще куча аксессуаров, ничего себе, слизь, еще что-то, и еще, также капсула должна светиться. Так, сейчас проверим, вынимаем, да, друзья, светится, но потом в темноте проверим. Она очень красивая, оранжево-серебристая. Давайте рассматривать аксессуары, которые у нас упали здесь. Такая розовая сумка. Вау! Ложечка для слизи и соска нашему питомцу. Круто. Вот это, я так понял, крахмальная слизь, которую можно навести. Сейчас здесь посмотрим, что. Бутылочка. Так, здесь у нас ушки. Аксессуары одинаковые практически, но вот это отличается, соска. И вот этот аксессуар другой. Так, что здесь? Вау! Фига себе! Шприц кока-кола для слизи! Вау! Вот это крутяк, и он рабочий. Друзья, супер! Вот это вот классный сюрпризик, мне понравился. И зеркало зачем-то непонятно. На пакетике написано Super Surprise. И смотрим на питомца. Та-да-да! Вау! Какой крутой ты! И, друзья, смотрим питомца. Вау! Вот это класс, друзья! Только посмотрите на него! Сейчас я его соберу и покажу вам! Вау! Какой милый медведяйка здесь! Таким рогом классным, золотым! Ну, игрушка тоже классная! И этот медведяйка у нас любит пить слизь! Такого классного шприца кока-колы! Вот это да, друзья! Меня очень порадовал этот сюрприз! Как и куколка, она тоже очень здоровская! А вы, друзья, можете в комментариях проголосовать, какой же из гигантских капсул сюрпризов сегодня победил. Пишите об этом в комментарии, какой сюрприз вам больше всех понравился. Приступаем к распаковке. Новый такой же капсул Unicorn Hearthplay, друзья. Давайте посмотрим, что же за гигантская капсула будет здесь. Вот так она выглядит. Написано LOL Surprise Hearthplay Ultra Hold. И единорожка нарисована, друзья. Сейчас мы посмотрим, кто же прячется здесь, в этом сюрпризе. Что за кукла, либо сюрприз еще какой-то. Надо срочно нам узнать. Так, хоп. Проверяем на наличие сюрпризов. Снова такой боковой сюрпризик здесь есть. И здесь боковой сюрпризик был, друзья. В тех сюрпризах этого не было. И здесь один боковой сюрпризик есть. Ого! Что-то новенькое. Так, отсюда мы достали. Открываем отсек. Здесь у нас зеркальце. И еще какой-то аксессуарчик. И открываем второй отсек. Здесь у нас пакетик. И все. Ну, маловато, мне кажется, для такой гигантской капсулы пакетик был. Ну, сейчас проверим. Капсулка тоже светится. В конце мы все их включим. И, кстати, эта капсула единственная,
друзья, разделена вот такой штукой. Те капсулы нету разделителя такого. Это на два отсека. И она розовая, как и в HR Durables. Так, сейчас посмотрим, что же здесь будет. Открываем. Вот здесь у нас бутылочка вот такая, но она правда жесткая и не особо классная, нельзя даже куколку поить. Здесь у нас вот такая сумочка розовая. Так, здесь какие-то непонятные аксессуары. Сейчас мы посмотрим. Какое-то украшение маленькое, такое серебристое. И ботиночки для куклы. Что-то ботиночки, друзья, маловато. Здесь сюрпризы такие большие, а здесь обычная кукла, что ли, будет. Тогда лол проиграет. Но мы сейчас проверим. На пакете написано «Супер сюрприз». Даже не лол, хотя вот на этом сюрпризе было лол. Да, китайцы что-то совсем, друзья, очумели. И кто же здесь? Та-да-дам! Вот такая кукла обычная, с розовыми волосами. А где ее рог? Где ее единорог? Да, друзья, от этой капсулы одни сплошные разочарования. В тех капсулах мы посмотрели такие крутые сюрпризы, а в этой попалась обычная куколка. Ну, хотя она и волосатая, нас не обманули, но никакого рога-единорога у куклы нет, друзья. Самый, мне кажется, интересный сюрприз, но вы можете считать по-другому. Для этого есть комментарии, обязательно пишите, друзья, кто же, по вашему мнению, сегодня победил. Текст. И ботинки эти красные, любимые китайские ботинки. Они, кстати, куклы великие. В общем, друзья, обязательно голосуйте. Перед вами все три сюрприза, которые участвовали в сегодняшнем выпуске. Кто же с ним победил, надо написать об этом в комментариях. Жду от вас обратной связи. Всем пока-пока, до новых встреч. Goodbye, my friends. Подписка, колокольчик, лайк. Пока-пока-пока.